Кластерная головная боль. Это сильнейшая головная боль, которая поражает только одну сторону головы и повторяется эпизодами, кластерами, в течение ряда недель или месяцев. Эта головная боль может временно довести больного до изнеможения. Кластерная головная боль передается по наследству. Она встречается гораздо реже, чем другие виды головной боли, причем чаще у мужчин, нежели у женщин. Заболевание может быть вызвано повышенной активностью гипоталамуса, отдела головного мозга расположен в средней его части. Причины кластерной головной боли могут быть стать алкоголь, стресс, апноэ во сне или сосудорасширяющие лекарства, такие как нитроглицерин или гистаминные препараты.